Ваш классический костюм – один из самых мощнейших составляющих вашего гардероба. Его следует надевать, когда вам нужно выглядеть шикарно. Но все плюсы классического костюма исчезнут, если ваш пиджак будет помятым и неряшливым. Если вам нужно уехать из города по делам, свадьбу или похороны, как правильно упаковать свой пиджак, чтобы не помять? В сегодняшнем видео мы рассмотрим три способа, как сложить пиджак. Первый способ. Возьмите ваш пиджак и выверните левое плечо наизнанку. Теперь у нас образовался карман из левого плеча. Теперь возьмите правое плечо и заправьте его в этот карман. Убедитесь, что воротник также отлично сложен. Наконец, сложите пиджак пополам, и теперь все, его можно положить в ваш чемодан. Метод второй. Начинаем застегивание верхней пуговицы пиджака. Положите пиджак на ровную поверхность, спиной пиджака вверх. Разгладьте все морщинки перед тем, как начать складывать. Возьмите за правую сторону, сложите к середине спины. Убедитесь, что рукава лежат хорошо и ровно. Теперь то же самое с левой стороной. Убедитесь, что рукава лежат отлично. Сложите пиджак пополам, и можно упаковывать. Третий метод начинается так же, как и первый. Выверните наизнанку левое плечо, затем заправьте в этот карман, образовавшийся из левого плеча, правое. Но вместо того, чтобы складывать пиджак на этой стадии, положите его на гладкую поверхность и сворачивайте. Не слишком туго или свободно. Найдите золотую середину. Профессиональный совет. Можете взять рубашку и свернуть вместе с пиджаком. Рубашка будет внутри. Теперь вы знаете три способа, как сложить пиджак. Вы можете уверенно путешествовать, зная, что ваш пиджак будет выглядеть свежим и профессиональным, когда вы приедете. Какой способ ваш самый любимый? Дайте знать в комментариях под видео. А прекрасное пошаговое руководство по укладке вашего пиджака в детальных инфографиках смотрите на Real Man Real Style.